Другим темам. Государственно-частное партнерство. Спасательный круг для системы здравоохранения в Бурятии. Сегодня в мэрии прошел круглый стол, посвященный теме развития медицины в республике. А именно, насколько эффективно наше правительство налаживает контакты с частными лечебными организациями. Отмечу, сегодня в программу государственной гарантии включена 31 медицинская организация. Реализация мероприятий по развитию ГЧП у нас позволит к 30-му году повысить количество негосударственных медицинских организаций программы госгарантии с 31 до 50. Конечно, это будет эффективно использовать государственное имущество, повысить бюджетную эффективность, создать конкурентоспособную среду. Как отмечают сами работники сферы здравоохранения, главная причина ведения государственно-частного партнерства – это недофинансирование. В первую очередь, это слабая законодательная база. И хотя, наконец-то, общество дождалось внедрения закона 224-го от 13.07.2015, который много расставил очень точек непонятных, тем не менее, одного закона еще недостаточно. Необходимо, на наш взгляд, внедрение нормативных актов на уровне регионов. На круглый стол прибыли гости из других российских регионов. Сегодня они делятся опытом, где-то успешным, а где-то не очень. Бурятия в рейтинге по проектам государственного партнерства стоит на 17-м месте из всех субъектов федерации. То есть это первая двадцатка, это очень хороший результат. И развитие этих государственно-частных проектов, они всегда зависят от людей. То есть я вижу, что здесь есть люди, мы знакомы уже не первый год. Главная цель заседания – обсудить все возможные преграды в развитии партнерства между государственными и частными организациями и создать в Бурятии комфортные условия для развития медицины.